Нет. Ребята, всем доброе утро. У нас утро начинается, покушали и начинаем уборку. У нас, посмотрите, какой бардак. Это вообще. Угу. И орехи, и все. Заставила Тему, вон Тем еще бумажка лежит. Пособирал, чтобы бумажки, которые они нарезали. Будем собирать сейчас игрушки, убирать. Собирай, собирай. И скотч убирайте. Брали скотч? Убирайте тоже его. Ваня убирает у себя в комнате. Дети помогают мне здесь в зале. Он сам положит. Уберет. Относи скотч, убирай, Илюш. Убирай, убирай скотч. На улице у нас сегодня прохладно. Не знаю, хотела в лес пройтись за цветочками. Мы каждый год ходим, рвем цветочки лесные. Все, убрал в кулечек бумажки. Он кулек дала им под бумажки. Артем, давай не будем доставать новые игрушки. Давай уберем эти, которые вы достали. Ну, короче, ребята, покажу вам это до и покажу вам после. Домик Миин, да, стоит вот этот. И Мию. Да, это мы построили. Да, сделали домик. Вот такое вот у нас утро. Мия где-то спит. Я загрузила стирку. Две машинки загрузила. Вторую машинку у нас была поломана стиральная. Муж сделал. Но надо поменять там насос, говорит. Насос на исходе полностью. Не сегодня, а завтра выключится. Не знаю, где Мия. Спряталась от тебя, Мия. Давайте будем убирать, детки. Тём, это тоже уже можешь выкидывать. Это нам уже не надо. Мне нужно. Тебе нужно? Значит, ложи в то место, чтобы оно не валялось нигде. И мультик заодно смотрим. Так что, приступаем к уборке. Хотела сегодня еще окна помыть, но погода такая, что окна сильно не откроешь. Ребята, ну пока мы убираем, мы включили песню, которую надо выучить в церковь на Пасху. Ты упал. Давай чуть громче сделай. Вот Тёма сидит, поет, учит. Илюша подпевает. Не, оно не сильно громко, Илюш. И мы убираем. Совмещаем полезное с приятным. Или приятное с полезным. Не, не громко, зайчик. Вот это у нас будет на праздник петь детки песни такую будут. Ты упал? Да. Сейчас подымем. Все, давайте продолжаем уборку. Да? Поем и убираем? Упал. Да. Ребята, ну вот, поприбирали мы с детишками более-менее. Сейчас я буду заметать. Быстро иди в другую комнату, мама сейчас тут будет заметать, будет пыль подниматься. Я там уже замела в спальне, теперь надо замести вот в зале. Прежде чем заметать, я ковры смачиваю вот такой вот брызгалкой, водой, чтобы сильно не подымалась пыль. У нас просто сломался пылесос. О, кошка сидит, гляньте, глаза горят. Тык-тык-тык-тык-тык. Мия! Отсвечивается от вспышки. Сейчас здесь позаметаю, потом коридор и еще три комнаты. Илюша, залазь на диван. Залазь на диван, мама сейчас будет заметать. Илюша будет брызгать? Ну, брызгать вот так надо, смотри. По очереди. Вот так вот. Сейчас, подожди, накачается? Мама водички только... Вот так вот ходишь и по разным местам вот так вот брызгаешь. Сильно много не надо. Хорошо? На. Помощники. Не получается? Ага. Получается?
Давай помогу. Смотри. Отойди, Тём. Все, теперь Тёме дай. Вот. Все, 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 это много на одном месте. Иди вот там вот возле домика попшикай. Только на домик не пшикай. На стенке нет, на пол, Тём, на пол. Да. Ну, короче, ребята, все, будем пшикать и заметать. А то сейчас тут не пшиканье будет, а игра. Не помощь, а игра. Не-не-не, домик не надо. Команда. Да, пыльная команда. Не надо стол. Вот Илюша все, взял воду в руки, ему надо все пшикать. Все, давай, это не игрушка, мама сама будет убирать. Я пшикать буду. Значит, на пол пшикай, немножко, много нельзя. Да, получится. А то сильно мокро будет. Все, все, хватит. Все, будем заметать. Все, идите в спальню, идите в комнату, потому что я сейчас буду подметать, и пыль будет лететь. Уже пшикать не надо, уже попшикали, мама будет заметать. Давай еще один раз, и мама будет заметать. Все, давай. Все, иди к Тёме в спальню. Он напшикали, он мокрый. Все, мама будет заметать. Там не надо, там ковров нет, там мама... Ну вот, мы позаметали. В зале мы более-менее прибрали. Я не считаю, что это полный порядок. Это так, поверхностно. Это называется поверхностная уборка. Когда генеральная уборка, я считаю, полностью генеральная. Вон игрушки туда послаживали в корзины. Мягкие поставили, которыми они играют. Машины я уберу сейчас под стол. Надо еще повытирать пыль. И паутину тоже поснимать. Но ее, в принципе, не так много. Но после подметания ее надо постоянно убирать. Протирать, убирать, потому что пыль поднимается, это не пылесос. Теперь у нас на очереди папин кабинет. Сейчас я вам покажу. Вот он, папин кабинет. Вон я приготовила миску с водой, чтобы протереть все. Вот тут вот надо все послаживать, поубирать. У папы чего тут только нет. Вон сахар наш стоит, мешок. Нейбулайзер. Папа он на зарядку поставил аккумулятор. Заряжать на мотоцикл. Орехи, пакет с орехами. Илюша сюда притянул. Ну, короче, надо здесь еще поубирать. Здесь сложить все на серванте. Ну, как-то так. Это считается папин кабинет. Это у нас морозилка. Морозильная камера. Это мы покупали, когда держали поросенка и курей. Некуда было ложить мясо. Покупали морозильную камеру, так что вот такой вот у нас папин кабинет. Будем сейчас, он под столом, гляньте, что творится. Сказать надо, пусть этот ящик уберет. Ну, сразу видно, мужик здесь находится, не я. И инструменты, чего там только нет под тем столом, ребята. Буду убирать, вот и кофта лежит. Вот где снял, там и бросил. Где снял, вот где он находится, снял и бросил, снял и бросил. Короче, вот вам показываю до и покажу потом после, что у нас получится. А потом у нас пойдет остальные комнаты, детские и кухня. Дети вон там в спальне тоже понакидали вещи, надо сейчас убрать. Ну, спальня это там мало вообще. Смотрите, ребята, у нас поднялся линолеум, он, видите? Прям видно бугры-бугры. Надо будет убирать оттуда всю мебель и выравнивать его. Сейчас уберу в кабинете и помою полы, протру пыль. Не, сначала сниму паутину, потом протру пыль и протру полы. Вот стоит пакет, куда я выкидываю мусор, всякие бумажки, все, 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 все. Так что вот так у нас. Машинка стирает, одна постирала, вторая он воду сливает. Пойду сейчас еще белье повешу. Короче, сегодня день уборки у нас, он выглядывает. Ребята, постиралась у меня стирка. Вот, достала ее в тазик, послаживала. Пойду сейчас вешать на улицу. На улице что-то тучи такие находят, как бы дождя не было. Не знаю. Прям тучи. Вроде и солнышко, но тучи. Посмотрим, насколько хватит. Столько и повисит белье.
Ребята, вот повесила белье. Ветер очень сильный на улице, прям холодный. Я надеюсь, высохнет все. Папа у нас делает качелю. У нас поломали в том году качелю, которую делали. Делает качелю с Ваней. Вон Ваня ходит. Папа. А мы будем дальше заниматься уборкой. Так что Тёма читает сказку. Покажи, какую сказку ты, Илюша, читаешь. Вот. Курочку Рябу. Курочку Рябу. А тут сложно. Ну, а мы пошли дальше убирать. Надо еще вещи сложить вот эти все. Угу. Ребята, поубирала я в комнате. А я почитала ее. Да, какую книжку читал? Курочку Рябу. Вот. Тёма читал Илюше книжку «Курочка Ряба». Что-то микрофон у меня перевернулся. Илюша уснул, уже поспал, успел поспать. Илюша, да? Скушал бутылку каши. Вот она, бутылочка стоит уже пустая. Сделала ему бутылку каши. Он у нас всегда съедает после сна. Просыпается либо до сна, либо после. Но я до сна не успела сделать, так как занята была. И он уснул. А я нет. Возле меня уснул. Да, возле Тёмы уснул. Так что вот такой вот, ребята, порядок. Не знаю, надолго ли или нет. Надолго ли будет? Надолго будет порядок? Да, я надеюсь. Как это или нет? А знаете, еще папа качелю там делает. Да, папа делает качелю. Здесь вот, вот Илюша спал. Немножко поправить надо тоже. Порядок. Ну, это спальня, здесь всегда, в принципе, порядок. У нас в основном раскидывают игрушки здесь, в зале, потому что все находятся в зале. В основном здесь. И у папы в кабинете тоже поубирала. Вот тут вот рюкзак стоит, это мы ездим на танцы с этим рюкзаком, он тут постоянно у нас. Вот сахар стоит. Вот видите, как было и как стало. Да, Илюш? Да. Там поставила заряжать колонку, Тёма, закачаю песню, надо выучить песню на Пасху. Колонки? Да, на колонке будет играть песня, будешь запоминать. Под столом папа сказал, ничего не трогать, я приду, сам уберу. А то, говорит, ты выкинешь то, что не надо. И вот здесь, вот в углу, у него тоже какие-то инструменты, он сказал их не трогать. Ну, короче, я так вот чуть-чуть потрогала. Не знаю, сейчас придет, будет возмущаться. Но немножко потрогала, поубирала то, что... А, Тём, глянь, что я нашла. Не стала выкидывать. Это цветная бумага самоклеющая. На, можно вырезать, что-то клеить. Ой, без клея. Я хочу. Ты такое у нас любишь. Май, хочу. И на серванте, видите, навела порядок. А, я склею что-то. Хорошо. Вместе склеите. А надо? Конечно. Сначала нарисовать, потом вырезать. Вот это у нас пульт от большой нашей машинки. Я его не стала убирать. Наша обезьянка. Крем, которым мы пользуемся постоянно. Не только Илюша, мы все пользуемся. Это Яночка нам с Германии передавала, присылала. Спасибо большое. Здесь у нас конфетки еще, Элечки. Конфетки, которые она присылала. Мятные. Они лечебные. Мы их редко-редко берем. Хорошо. Взял уже два листика. Что там? Вот там три цветка каланхоя пересадили. Не трогай, это папа заряжает аккумулятор на мотоцикл. Не трогай, нельзя это. Так что вот такие вот сегодня порядки. Правда, это не все порядки. Ну, у детей в комнате там порядок более-менее. Вот тряпку выкинуть надо убрать. Забыла убрать тряпку. У детей в комнате порядок есть, более-менее. Там сильно дети не раскидывают. Так что вот такие вот дела. Двери надо уже красить.
Двери страшные такие. Короче, ремонт надо делать. Ремонт делается постоянно. Насколько порядок задержится, не знаю. Ну, ненадолго. Садись за, на стул. За стол. А это нужно. Ладно, всем пока. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Кстати, кончик на education. Всем доброе утро. Уже день. Уже сейчас обедать будем. Всем спасибо. А я...